как могу сказать, приятно. Приятно и мне привычно, самое главное. Здесь две палки торчат, за которые тянешь и поворачиваешь. Вот такой лесник. Нормально, да, ребят? Производитель уверенность такую показывает в своей технике. Но здесь лодка, даже стоит. А у него-то гипс, сами понимаете. Сделать и вот такой кабриолет, посмотрите, прям ламборджини, елки-палки. Можно вот так вот здесь встать. Я думаю, даже и рыбачить будет достаточно удобно здесь стоять. Вон. Опа. Ребят, первая передача, я спокойно обгоняю машину пешком, не напрягаясь. То есть у машины километра полтора всего в час. Первая передача. Километра на полтора, холосты. Не больше. На холосты. Просто я пешком иду. Вот такая, ребят, машина, достаточно интересная. Мы сейчас попросим Андрея, он нам про нее расскажет более подробно. А давайте я вам так вот ее покажу. В некоторых моментах, углах и ракурсах. Квадрат уже стоит. Хочу сразу вам сказать, что это еще экспериментальная машина. Мы просто хотим вам показать ее, что она такая есть, что она готовится. Потому как с сумасшедшим рынком вездеходов вообще нельзя быть уверенным, что кто-то не возьмет, пока вот еще в цеху там нафоткает и не повторит. Ну а что делать? Вот с шерпом же такое есть. Есть. И здесь надо уже показать, что... Кстати, здесь очень много оригинальных решений. Он вообще не похож на обычный, привычный нам бортоповоротный вездеход, правильно? Правильно, потому что все бортоповоротные вездеходы похожи на что? Правильно, на шерп. Ребята, я вам скажу, вот у него 4 круглых колеса, все, на этом схожесть заканчивается. Даже ценой он отличается очень сильно. Попозже мы вам расскажем, сколько все это стоит. Вы будете удивлены. Приятно. Это, скажем так, вот тюнинг-пакет. В стоке данный вездеход идет на колесах, вы сейчас удивитесь, на колесах от МТЗ. Я вам сейчас покажу фотографию, выведу на экран, посмотрите. И на испытаниях он себя очень неплохо показал. Испытания мы еще будем проводить. Вот прям сегодня мы приехали просто отснять его. Вот, ну как он выглядит. Как он выглядит, он есть. Что-то будет видоизменено, еще в серийных моделях будет видоизменены какие-то элементы. Мы Андрея попросим, он нам сейчас подскажет, что там будет причесано. Ну что, пойдемте внутрь, сколько можно уже вокруг ходить да облизываться. Вход у нас один, через задний проход. Вот, но он, кстати, достаточно удобный.
Ну, если вы стройны и молоды, как я. Вот. Вы себе льстите, Герасим. Я думаю, тюнинг будет еще и лесенка сейчас. Чупок, откинул ее, и все. А? Матеры, матеры. Так, ребятки, пошли. Значит, у нас в базе будет лебедочка. Вот такое вот место. Машина тентованная. Машины тент. Не знаю, в будущем, может быть, появится версия еще и жесткой кабиной. Были такие разговоры. Смотрите, значит, у машины три места. Мягких три места. Остальные вот жесткие, там это самое, для груза или для балласта всякого, который вы с собой везете. А здесь нормальные ребята ездят вот впереди. Вот три человека, один подрессоренный, это вообще царь. Царь едет, короче, вот посередине. У царя, смотрите, какое место козырное. О, хоба. Значит, как я уже и говорил, это прототип. Ребята, это прототип, но уже у прототипа останется неизменным элементы управления. Это тросовая коробка, коробка правильная. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, пятиступочка. И она правильная. Как у некоторых лесников была коробка развернута. К этому надо было привыкать. Значит, здесь установлен дизельный двигатель четырехцилиндровый. Я не буду углубляться в подробности. Мы сейчас Андрея, создателя этого вездехода, попросим, и он нам все расскажет. Чтобы не было сломанного телефона. Посмотрите, есть вот такое вот окно открывающееся. Но этот полюбасу шерпа скопировали. Вот полюбасу. Мне его почему-то, ребят, вездеход другой, а мне окно открыть хочется и ехать с открытым окном. Ну, привык я уже. Ну, это удобно. Вот так вот можно раскрыть тент, и с вездехода можно реально, ну, достаточно удобно ловить рыб. Почему нет? Значит, что мы здесь видим? Вот рычаги. Рычаги, я думаю, доработают так, чтобы можно было одной рукой все это шевелить. Чуть-чуть большое расстояние, непривычно. Это козой надо какой-то рулить. Панель еще не причесана, но она вот функционально будет уже вот такой вот. Блок предохранителей. Контрольные лампы. И управление, подкачка, накачка, дворники, дальний, ближний свет, фрикционы, компрессора. Ребятки, смотрите, смотрите, вас очень приятно удивит цена. Вот мы будем называть примерную цену в конце этого видео. Значит, вот это слани, они будут из морской фанеры сделаны. Сейчас из обычной фанеры, просто пока это в прототипе. И вот эти вот слани вот сюда вот опускаются, и можно сделать большое спальное место. В вездеходе стоит установлен планар 4-киловаттный. В базе, значит, будет ставиться отопитель от бензинового двигателя, ну, штатная печка. И дополнительно можно будет установить уже самим планар там, или ну, то, что хочет. Хоть эбершпехер. Вот здесь такие вот рундуки расположены. Достаточно вместительные рундуки. Можно много барахла туда сложить. Лампа, освещение, дворники, бардачок есть. Ну, вологодские лесники, как обычно, у них все по-военному, все доступно, все ремонтопригодно. Везде можно залезть и подобраться. Вроде бы вот этот узел, да, ну, можно какую-то сделать коробочку, но с другой стороны, вот, ремонтопригоднее не придумать ничего. То есть, ну, очень легко все это ремонтируется, все делается, все открыто, как в военной технике. Потому что это вездеход. Это народный вездеход, ребят. Это народный вездеход. Ну что ж, пойдемте попросим Андрея, чтобы он нам взял и рассказал, что это за зверь, с чем его едят. Ну, как я уже говорил, достаточно трудно выходить, если вы молодой, поджарый, ну и спортивный, как я. Ну что ж, ребят, давайте спросим у Андрея. Это Андрей. Всех приветствую. Он является производителем, вдохновителем, отцом-настоятелем компании «Лесник», которая производит данные и другие вездеходы. Эти мне подобные. Этот вот прям вот первый такой появился, получился. Андрей, расскажи нам, что это за машина? Ну, это у нас прототип, надеемся, будущего серийного вездехода. Около 2 лет мы занимаемся разработкой этой машины. На сегодняшний день у нас есть уже, ну скажем, третий рабочий прототип. Сейчас мы
значит, до конца июня выпускаем установочную партию из трех таких машин. И будем сертифицировать, официально будем со второго полугодия предлагать к продаже. Значит, ну, основное отличие этой машины от тех, которые мы выпускаем, это то, что машина имеет это бортоповоротную схему управления. Поворачивает за счет притормаживания одного из бортов. Сейчас это очень модная тема. А притормаживание или сначала все-таки размыкается тяга? Ну, значит, здесь, ну, давайте поподробнее остановимся. Значит, здесь есть так называемый блок бортового поворота, который имеет фрикционы. Действие самих фрикционов основано на работе дисковых тормозов автомобильного типа. То есть они либо передают крутящий момент, либо размыкаясь, его не передают. И, значит, с каждого борта стоят тормоза. Вот за счет этого происходит как бы поворот и торможение самого вездехода. Управляется этот, значит, блок бортового поворота пневмогидравлической системой. Очень простой, несложный, мы ее отработали. Отработали ее, значит, саму рулевую машинку, которая ей управляет. На первых серийных машинах все это можно будет показать, рассказать. Сейчас, так как это прототип, пока мы так уже подробно это все не будем демонстрировать. Вот, значит, ну, могу остановиться поподробнее на технических каких-то характеристиках. Есть еще одна особенность, скажем, немножко такое новое в мире вездеходостроения. В стоке, в базовой версии, этот вездеход будет оснащаться шинами от трактора МТЗ-320, ведущими задними колесами. То есть... Это уже, ребят, старые, это я вам уже сказал. Дело в том, что шины, которые выпускаются для тракторов, они тоже идут разные, тоже имеют разное количество слоев корда. И тоже тем самым отличаются шины для использования, допустим, на полях, там, для перевозки грузов. То есть мы просто берем самые тонкие, самые малослойные. 8 слоев корда имеет самая малослойная шина. При этом она имеет размер, значит, 1570 высотой и 400 мм шириной. Вот запомните этот момент. Первыми серийно на вездеходы МТЗ-шные колеса стал ставить Лесник. Ну, в общем, мы это дело уже все опробовали. Это очень, как бы, все понравилось. Испытания заводские до сих пор продолжаются. Очень хорошо она себя показала, и ехать комфортно, мягко, и гребет хорошо, и, в общем-то, и плющится достаточно. В бескаверном варианте мы ее устанавливаем. Что нам дает применение узких шин шириной 400 мм? За счет того, что они имеют большую высоту, у них достаточная проходимость, и вездеход на этих шинах имеет ширину всего 2 метра 20 сантиметров. То есть его очень удобно перевозить на прицепе за автомобилем, на нем очень удобно ездить где-то в стесненных пространствах, по лесу. Руку грею. Вот, значит, ну, это прототип, повторюсь, немножко он, чуть-чуть еще серийные машины будут отличаться, но сейчас уже, в общем-то, все сконструировано и понятно, все размеры. Вот он будет 2,20 в ширину, значит, 2,6 он будет в высоту и 3,7 будет в длину. Ну, вес вездехода мы пока, собственно, не озвучиваем, потому что готового серийного нет. Как только будет, взвесим и прям это все продемонстрируем. Ну, насколько я знаю, в планах у тебя сделать вездеход легким, чтобы его можно было таскать практически любым автомобилем. Да, то есть в любом случае это будет вес до 1 тонны. В стоковом у нас, значит, ну, опять же, мы хотим сейчас сделать попытку создать очень простой и очень недорогой вездеход. Кстати, я вот много видео говорил про то, что он будет народным и недорогим. Можем мы сейчас обозначить какую-то просто вот, ну, какую-то вот цифру, от которой можно будет, ну, понятно, что серийная машина прыгнет туда или туда немного, да? Да, но на сегодняшний день, в принципе, экономика более-менее уже понятна. Мы будем ориентироваться, цена продажи где-то примерно 1,2 миллиона рублей. Это будет бензиновый инжекторный двигатель, который будет иметь свой жидкостный
отопитель. Все, что установлено вот на данном вездеходе, специальные, значит, слани, чтобы спать, лебедка, открывающееся окно лобовое, там вот эти все рундуки, это все будет предлагаться в стоке. То есть по нашей задумке, для того, чтобы уменьшить... И МТЗ-шное колесо. Да, и МТЗ-шное колесо. То есть, ну, естественно, это будет сертифицированный вездеход со всеми документами. То есть пришли в ГТН, да, повесили номер, да, и поехали. Да, поставили на учет, да. Ну, понятно, что мы завод, как бы, я не знаю, Гера, есть смысл нет оправдываться за эту еще цену, но надо понимать, что мы как бы завод, у нас люди платим зарплату, налоги, ладно, это не надо, скорее всего, вот. Ребята, я вот говорить про цену, да, а я все-таки оставлю это и скажу вам так, хотите дешевле, сделайте сами. Ну да, дешевле надо... будет, самим будет всегда дешевле. Вы попробуйте и сделайте за 300 тысяч, как вы сейчас пишете в комментариях, что красная цена за 300 я бы взял. Сделайте. Да, есть как бы определенные вещи, экономика, рентабельность, налоги, зарплаты, от которых не уйдешь. И естественно, конечно, я говорю про вездеход, который делается только из новых комплектующих. Это проверенный, уже будет испытанный заводской вездеход. Да, и исполнение будет тентованное. Если мы посмотрим, как эта машина вообще зайдет на рынок, если она будет востребована, конечно же, дальше напрашивается ее более дорогая версия. Это уже цельнометаллический кузов, дизельный двигатель. Но это пока... Который уже можно и зимой позаночевать там. Да, да, да. То есть какие-то автономные отопители. Оставим пока это немножечко на потом. Посмотрим, как вот самая простая машина, как пойдет, как будет продаваться. И потом уже будем делать соответствующие выводы. Ну что ж, я считаю, что это вот пока на рынке будет самый народный бортоповорот, который выпускается серийно, не в гараже. Такая вот оригинальная конструкция, не повторяет никого. Оригинальная конструкция, которая будет достаточно легкой и которая будет вот иметь такую цену. Посмотрим, когда копировать начнут. Мы, короче, на блок бортового поворота даже патент оформляем. Он, кстати, ребят, оригинальный, и мы его позже покажем. Пока еще рано. Ребят, еще такое дело. У вездехода до сих пор нет имени. Его никак не назвали. В общем, от производителя вездехода в Лесник поступило такое предложение. Давайте сделаем конкурс. Давайте в комментариях здесь будем писать вариант названия этого вездехода. И победитель, сейчас я озвучу условия. Как вы можете стать победителем? Победитель будет считаться тот, с вариантом названия которого вездеход пойдет на сертификацию. Ну, допустим, там Снегирь, да? И вот вышел там Снегирь 3206. Да, тогда вы являетесь победителем. Несомненно. Знаете, что будет призом? Призом будет, ну, вот такая вот видеокамера. Это камеры, которыми мы снимаем. Это HDR AS300 Sony. Вот такая будет камера. Вручена победителю. Условие: победитель тот, название которого будет указано в сертификации. То есть официальное название вездехода. И мы вручим от компании Лесник вам вот такую видеокамеру, для того, чтобы вы сами могли делать свои видосы, пилить. А что, вдруг родится новый блогер? Блогеров должно быть много и разных. Ребят, вот как сейчас за кадром мне подсказывают, один вариант названия Снегирь уже мной забит. Мишаня еще один выдаст. От одного человека один вариант, поэтому думайте хорошо, не надо стопу 10 вариантов там разных слов предлагать. Один человек, один вариант в комментарии. Вы можете просто написать комментарий то, что вы думаете про вездеход там или еще что-то, и в конце подписать там вариант, название там такой-то. Все, мы вас всех посчитаем. И если производитель вездехода выберет один из вариантов названия, и он пойдет в сертификацию с этим названием, то именно вы победитель. И ваш приз будет вас ждать. Это новая видеокамера Sony. Кстати, к этому вездеходу будет разработан оригинальный для него же прицеп. Как я уже говорил, и как говорил Андрей, вездеход рассчитывается с таким легким, чтобы его могла таскать, в принципе, любая машина. Кстати, раз за нивку зацепили и погнали. Дорога кончилась, вездеход скинули.
и еще продлили себе на фиг знает сколько километров дорогу. И также, что бы я хотел сказать, где-то в июле, наверное, появятся уже первые серийные машины. Одна из первых машин также появится и у нас. И вы можете приехать к нам, провести на ней тест-драйв, попробовать, пощупать, потрогать и уже заказать. Для этого вам не надо будет ехать в Вологду, достаточно будет приехать к нам в Подмосковье, и мы покажем, как этот вездеход ведет себя на разных грунтах. Также можно будет попробовать, ну, разные вездеходы. У нас их будет несколько в это время уже. Я надеюсь, машина вам понравилась. Многие просили недорого бортовой поворот. Вот вам недорого бортовой поворот оригинальной конструкции. Он, в принципе, никого не копировал, кроме круглых колес. Давайте дождемся серийной машины. В июне будет предсерийной машины. Мы приедем на испытание проходимости, загоним его в самую лютую чачу. Ну что, ребят, сейчас состоится заплыв. Проверим, как эта машинка плавает. Не так уж и трясет. Мягко. Мы на плаву. Машина не касается дна. Что? Мы плывем, даже управляемся. Что ж, настало время услышать от Михаила его впечатление о машине. И он сейчас у нас прокатится. Вторая передача и... Очень удобно. Да, сейчас у водителя есть ручка. Для очень экстремальных ситуаций.
Анька тихонько улыбится, когда забывает, что его снимают. Начинает улыбаться по-детски так. Рычажочки дергает и улыбится. Гриша, давай меняться, твой недостроенный, но мой достроенный. Нас так не обманешь. Знаешь, я достроил, прокачусь и подумаю. Ребят, он, кстати, сидя даже здесь, я бы не сказал, что прям сильно так трясет. Конечно, подтягивает не так, как решает. Мне бы вообще комфортно, мне бы давно амортизатор. Хорошо. И вот тонкованная машина на улице где-то плюс 1, плюс 2, а здесь достаточно тепло. Ну, конечно, это фонарь работает. Ну, конечно, это пространство, куча пространства. Ребят, ну, приятные впечатления у меня от этой машинки. Управляется хорошо он, то есть слушается рычагов, прет, разворачивается, плывет. Коробочка втыкается, да? Коробочка чутенько. Просто шикарная. Ну, потому что она тросовая. Она такая же, как у нас тросовая, то есть нет вот этого теории вероятности, попал ты в передачу или не попал. Да, да. Много места здесь в этом вездеходе. Места много, действительно, здесь можно рассесться и спокойно покушать. Сюда можно стол прямо ставить, вот сюда вот. Одну из сланей сделать с ножками, снял ее, хоп, поставил здесь. И место все, будет для стол у вас. Фантазии тут много. Да. Трем потом... человекам можно спать, лечь, и три места везде ходишь. Что еще хотел? Я сел, сразу почувствовал габариты машины. Потом... Почему-то вот мы на прошлых лесниках катались, да, там не чувствуешь, ну вот с рулем как-то. Нужно какое-то время, чтобы привыкнуть. Здесь все очень, а он будет еще короче, еще проще будет. Вот. Потом, что здесь в лесниках, что мне нравится? Аскетичность. То есть, как, ничего лишнего. В военном УАЗике как. Да, то есть. Ничего то лишнего, ремонтопригодность, везде доступность, везде можно подлезть. Во всем везде ходит три ключа используется. Все болты одинаковые. Нет, это хорошо. Да, это хорошо. Это хорошо. Ребят, к сожалению, пока не можем залезть под слани, вам что-то показать там. Но радует то, что это первый бортоповоротник, который мы встречаем с оригинальной бортоповоротной системой. Она действительно оригинальная, действительно не похожа, не скопирована с того, с кого копируют все, сами знаете имя, чье мы здесь не будем называть, великого и ужасного. Оно совершенно отличается от него, то есть это не тот совершенно узел бортоповорота. Радует, что Андрей, военачальник и предводитель вездеходов «Лесник», сделал что-то оригинальное. Он не внешне не похож, он и внутри не похож. И это действительно какой-то народный вездеход получается. Давайте дождемся, наверное, серии, и уже в июне мы уже проведем испытания грязевые такие серьезные, а в июле вы уже, кто захочет, можете приехать к нам и сделать тест-драйв этой машины. Я вот думаю, не заехать ли мне на прицеп на этом вездеходе. Ага, вот так вот, да? Уж больно не хочется мне из руля, из рычагов выходить. Ну, правда, приятно. Приятно, я тоже вот сел в него и поехал, просто вот как без переподготовки. Нет, ну правда, смотри. Ну что, ребят, будем мы возвращать вездеход. Как я уже говорил, такой вездеход у нас скоро появится, один из первых серийных. И мы будем на нем также и путешествовать, делать выезды какие-то. И будем вас знакомить с его возможностями, прелестями, проходимостью и прочими вещами. То есть мир вездеходов, ребят, немного расширился. Да. Да, оригинальным вездеходом. Да. Все, всего хорошего. Пока, ребят. Все, ребят, всем счастливо.